Режим тренировки, но на льду жесткие стыки, хлесткие броски. Все как на играх. Подготовка к очередному выезду Тула-Москва, Тюмень и Ханты-Мансийск максимально серьезная. Тем более чемпионат завершил первый круг. И команда расположилась на 21 месте из 29. Для первого сезона вроде и неплохо, но есть над чем работать. Мы маленько недовольны своим местом, потому что 3-5 очков нам не хватает в таблице. Где-то мы потеряли незапланированно, скажем так, но и приобрели в боях с такими грандами высшей хоккейной лиги. Поэтому есть над чем работать, готовиться. На что обратить внимание? Да, хотелось бы обратить внимание на психологию парней. В плане психологии. Некоторые матчи «Динамо Алтай» вели в одну шайбу, но не всегда получалось сохранить победный сценарий игры. Над этим опытом хоккеисты активно работают. Все равно, говорю, команда новая, молодая достаточно, первый сезон. Все притирается, все друг к другу, как бы. Ну, это хоккей, это спорт, поэтому во втором круге будем стараться более уверенно забирать концовки здесь. Ну, одни из лучших болельщиков, где я был, ну, настоящих болельщиков, которые болеют, остаются с командой до конца, несмотря как она играет, поддерживают. Немало, конечно, и диванных экспертов, кто пишет всякую ерунду. Такое не приветствую. Надо быть всегда с командой вместе. Сегодня барнаульцы провели последнюю тренировку перед выездом, и команде предстоит сыграть против Тульской академии Михайлова, затем против Московской Звезды. Третий матч – один из самых сложных против лидера чемпионата Тюменского Рубина. И завершать динамовцы свое турне матчем против Ханты-Мансийской Югры. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.